Здрасте! Всем, друзья, приветуленькие! У нас новая карьера стартует на канале и округ Отрадная Долина. Гигантская карта, я, в общем-то, делал на нее обзорчик такой минимальный. В правом верхнем углу подсказочка вылезла на него, если не смотрели, то посмотрите. И нам предлагают выбрать стартовую ферму. На самом деле, в обзоре я сказал, что их здесь 4 штуки, но на самом деле, если промотать мышкой, их здесь намного больше. И довольно-таки долго я думал, с чего бы мне начать карьеру на этой карте, потому что вариант много, и вроде как самый логичный вариант Джонсонс Фарм, там где есть техника, там где есть поля, в центре находится. Но знаете, как бы все начинают с Джонсонс Фарм, а я не все, я хочу чего-то особенного. С другой же стороны, на всех вот этих вот фермах, мне вот очень понравилась вот эта вот Black Bottom. Такая допотопная техника, клюква, рисовое болото, там прикольно. Но во всех вот этих вот фермах есть косяк. Отсутствие мостов, которые довольно-таки тяжело построить. То есть нужно много усилий приложить, много всего построить, много производств допустить. А на пароме продавать большими объемами не круто. То есть прикольно, конечно, но не сегодня. И еще один вариант, который находится соединенный с дорогами, с центральным островом, это лесное хозяйство. И знаете что? Это не похоже для меня. Да, я не очень люблю упарываться в лес в этой игре. И да, вроде как фарминг-симулятор, а мы начинаем не с фермы, и поля будут у нас хрен знает когда, но мы, друзья, начинаем с лесного хозяйства. Погнали! Давайте, друзья, для начала пробежимся по настройкам, которые у нас будут использоваться на этом прохождении. Экономическую сложность я, друзья, обычно у меня всегда, типа я по харду играю, но здесь много всего, все дорого, короче, чтобы не усложнять себе жизнь, потому что карта и без того сложная, мы ставим среднюю сложность, дорожное движение пускай пока что будет, грязь пускай будет средняя, автозапуск двигателя мы вырубаем, расход топлива ставим обычный, вот это вот все купить мы вырубаем, скорость роста растений пускай пока будет быстрая, хотя нас это вообще сейчас не касается пока что, увядание растений мы выключаем, уничтожение растений я тоже выключаю, как правило, вспашку включаем, известь включаем, сорняки выключаем, автосохранение выключаем. Вот такие вот настройки. Также настройки глобала ставим активировать повсеместное размещение, информацию по объекту мы вырубаем, помощника мы пока оставим, может быть когда-нибудь в лошадок упоримся, большее количество деревьев оставим, резку тюков вырубаем. Что еще, друзья, хочется сказать по поводу этого прохождения. Во-первых, все вот это вот дело, вот это вот все прохождение, оно довольно-таки будет энергозатратным, времени будет уходить очень много на все вот это вот дело. Поэтому, во-первых, серии будут выходить не очень часто, то есть каждый день это физически невозможно, сами понимаете. Во-вторых, если будет херовая, скажем так, активность под этими видосами, то прохождение заканчивается. Будет много лайков, тогда мы будем все это дело проходить. И третье, пожалуйста, не надо проситься со мной поиграть. Я буду играть один. Если мне вдруг понадобится помощь, то есть определенный такой довольно узкий круг людей, которых я сюда приглашу. Можете считать меня упырем, можете какими угодно словами меня назвать, можете меня по интернету даже бить, мне похер. Но будет вот так вот. Соответственно, друзья, какую технику нам дают на старте? Во-первых, вот такой вот классный грузовичок с прицепом для бревен, скорпиончика, классную штуку для перевозки бревен, тоже вот эту вот понза или как она там называется, и маленький трактор с погрузчиком и корчевалкой для пней. Набор техники стартовый в принципе-то неплохой, если так подумать, но, друзья, надо его немножко заменить, потому что я лентяй, моды и все дела. И первым делом надо отправить все это дело в магазин, а заодно и записать автодрайв, что ли, до магазина хотя бы. Карту автодрайва, друзья, я потом полную как-нибудь сделаю. Да, я знаю, что можно ее скачать, найти где-нибудь. Я уверен, что в каком-нибудь обсуждении, где-нибудь на форумах, в соцсетях, где-нибудь это дело обязательно есть. Но хочется мне сделать самому так, чтобы это работало так, как я привык, так, как я умею. Плюс, не знаю, может быть, тренировка какая-то в этом деле. Плюс это весело. Может быть, мы даже постримим это дело, как я это все дело буду рисовать. Вероятнее всего, на спонсорских закрытых стримах это все будет проходить. Не знаю, посмотрим. Надо до этого еще дожить. Но на данный момент мы рисуем первый маршрут из нашей базы в магазин. Хотя бы для того, чтобы можно было перегонять технику, если мы что-то покупаем, можно было отправить ее на базу и не тащить. Потому что путь далекий, 5,5 километров получилось вроде как. Соответственно, первая точка у нас появляется в магазине. И потом мы сразу же возвращаемся на базу. Почему? Потому что надо вот это вот все дело отправить в магазин. А ехать в магазин оно будет, кстати, очень долго, поскольку максимальная скорость у всего этого дерьма очень маленькая.
маленькая. Начнем с трактора, он самый быстрый, только корчевалку пней надо, друзья, оставить здесь, потому что она нам в магазине не нужна, а здесь она нам понадобится обязательно. Этого товарища мы, соответственно, отправляем в магазин, и пускай он едет. Он туда ехать будет 7 минут, представляете? Кошмар. Но это еще не так долго. На самом деле вот эти товарищи будут ехать туда куда дольше. Сперва отправляем вот этого вот погрузчика. Он мне не нужен. Я не люблю вот это вот все вот таким вот способом возить бревна. Это не для меня. Я и так не люблю упарываться во все это дело. А еще с такими штуками. Может быть, это, конечно, в коопе было бы прикольно, но нет. Мы его продадим, поэтому давай, дружище, едь в магазин, чтобы продать тебя чуть подороже. Ну и последними, друзья, у нас оказывается скорпион. На самом деле скорпион-то нам нужен, но не такой. Поэтому от этого мы тоже избавляемся и отправляем его в магазин. Давай, дружище, едь. Ах да, еще, кстати, надо обязательно зайти в настройки автодрайва. Во-первых, подправить тут все под себя, просматривать при повороте 8 метров, максимальный объезд 500 метров ставим. И убираем зарплату водителя, потому что не хочу я зарплату водителя. Обнаружение преград пускай будет, да. Использовать папки пускай будет, да. В общем-то, все вот так вот. Такие вот настройки. А то, видите, мы уже потратили почти 100 евро на зарплату, за чтобы они ехали. Этому товарищу, кстати, ехать придется аж 15 минут, и это очень много. Ну а пока мы ждем, пока вот это вот все чудо техники доедет до магазина, погнали в этот самый магазин. Во-первых, друзья, бревновоз. Да, он у нас есть, но он без автоподбора, а я такая вся ленивая жопа, мне нужен автоподбор. Поэтому продаем вот этот вот прицеп и покупаем другой. Его мы сгоняем на триггер, нажимаем на волшебные кнопочки, продаем за 25 тысяч денег и лезем в магазин смотреть, что у нас есть из прицепов. Возьмем мы, друзья, точно такой же прицепчик, только с автоподбором. Выглядит он точно так же, стоит почти то же самое, 28 тысяч, как и тот. Но тот мы продали за 25, потому что он типа бэушный уже. А этот будет новый, соответственно, мы его покупаем. После чего его нужно подцепить и записать маршрут домой. Потому что тот маршрут, который мы записали, я его писал специально зелеными стрелочками, чтобы была какая-то, было какое-то начало, что ли, от чего потом отталкиваться. Но маршрут домой тоже, друзья, надо обязательно записать. А потом уже эту сеть мы будем каким-то образом интересным развивать. И да, разумеется, пока я записываю автодрайв, я отключил трафик. Не знаю, буду ли я его потом включать, потому что вообще надо ли это. С одной стороны, жить в глуши не самое прекрасное идея. С другой стороны, трафик он иногда мешает, а если работает курсплей, он периодически багуется, останавливается и так далее. Ну и чтобы, кстати, друзья, не заблудиться, едем мы по абсолютно тому же самому маршруту, потому что я еще местность не очень хорошо знаю, всю вот эту. Поэтому ориентируемся на зеленую стрелочку, которая идет на встречной дороге. И таким образом мы не заблудимся и приедем на базу. Хотя есть, кстати, большая вероятность, что когда я засяду писать нацеленно сеть маршрутов, которая будет обвязывать поля все, по крайней мере, на центральном острове. Возможно, вот эти дорожки я посношу, то, что записано. То есть, начну заново. Ибо то, что я делаю сейчас, оно не очень ровно, скажем так. В итоге, друзья, последнюю точку, на которую мы приезжаем, мы называем дом. Оставляем там наше новое приобретение и возвращаемся обратно в магазин. В магазин у нас приехал наш New Holland. Зачем он сюда приехал, спросите вы? А я вам расскажу. Первое, друзья, во что мы будем упарываться, это будет лесное хозяйство. И первое производство, которое мы поставим, одно из первых, это будет лесопилка. Какая именно из этих, я еще не знаю. И работает эта самая лесопилка у нас на угле. Туда закидываются бревна, из них делаются доски, щепа, смола, там много побочных продуктов. И туда еще нужен уголь, чтобы все это дело работало. Угольная шахта у нас во владениях есть. То есть угля у нас сколько угодно, можем спокойно его грузить и засыпать лесопилку. Находится она, правда, не очень близко. То есть близко, конечно, но не очень близко. И чтобы по одному кубовому ковшу все это дело не возить, нам надо, друзья, купить прицепчик. Хотя бы кубов на 20. И я тут сейчас думаю насчет двух вариантов. Вот такой вот за 19 тысяч на 14 кубов или за 27 тысяч на 21 куб. И мы, пожалуй, возьмем вот этот. Красивый, зеленый, за 27 тысяч, благо деньги у нас вроде как есть. У него ж выбор цвета у него есть, можно его сделать белым, но я не хочу, оставим его зеленым. Зеленый из всех представленных цветов, он смотрится самоадекватно. В общем-то, мы его тоже покупаем. Ну и, соответственно, можно цепануть его к трактору, но пока что домой я его отправлять не буду, потому что еще рано. Мы сейчас подождем, пока приедет наш скорпион и остальная техника к магазину, потому что нужно узнать, что у нас по финансам и за сколько мы продадим вот эту вот охренетительную бревновозку. Потому что на этой карте есть один очень интересный нюанс.
И кое-как со скоростью 23 км в час наша техника таки доезжает до магазина. Какие они все-таки молодцы, а? В первую очередь, вот эту вот штуку, которая буфало называется, или как она там, бревновоз, он нам абсолютно не нужен. Мы его, друзья, с вами продаем и получаем за это 196 тысяч денег. Хорошая цена, будем считать, что на халяву практически. Новый стоит 220, поэтому, по-моему, все очень прекрасно. И Скорпиона, друзья, мы с вами тоже продаем. Вы спросите, как так, зачем? Это же Скорпион, он нужен, надо же деревья пилить. Но мы будем пилить не таким. За Скорпиона мы получаем 391 тысячу. Не знаю, стоит ли 50 тысяч та функция, которая у него появится вместо нашей. Но да ладно. Мы, друзья, опять лезем в магазин и опять-таки в лесотехнические машины. Есть у меня такой же вот модовый бревновоз. Не знаю, в чем его моды заключаются. Может быть, у него автоподбор сюда завезли. Я даже не знаю, откуда у меня этот мод. Может, он с картой шел. Есть еще Скорпион. Стоит столько же, выглядит так же. Все то же самое. Единственное у него отличие от дефолтного, это то, что он умеет пилить бревна длиннее 8 метров. А для нас это, скажем так, важно. Да, мы по факту заплатили 50 тысяч денег просто за вот эту вот функцию. И у нас появился точно такой же Скорпион, просто он сейчас может пилить более длинные бревна. С этим, друзья, разобрались. Эти ребята пускай остаются здесь, а мы возвращаемся на нашу базу. Как я, друзья, уже говорил, на карте есть одна очень интересная особенность. На этой карте нет топлива, заправляться негде. Поэтому всем, абсолютно всем рекомендую первое, что нужно делать, это ставить топливный завод. У нас здесь есть много места для заводов, поэтому мы, друзья, с этого и начнем. Падла, какой же он здоровый все-таки, а? Черт. Поставим мы его вот здесь вот в уголочек. Мне кажется, он здесь будет отлично и смотреться, и функционировать. Да, тут немножко плитка поменялась, но я думаю, ничего страшного. 276 тысяч мы за это удовольствие заплатили. Нормально. Зато будем делать свое топливо. И на этом самом топливном заводе у нас есть 4... линии производственные, из чего можно делать топливо. Его можно делать из силоса, кукурузы, сахарного тростника и сорго. Так как у нас нет полей, нам довольно-таки тяжело все это дело будет добыть, но топливо нам обязательно нужно. Без этого, друзья, никуда. Поэтому самый простой вариант — это сделать топливо из силоса. И по этой самой причине мы возвращаемся обратно в магазин. Если кто-то не знал, а может быть и забыл, в магазине можно купить тюки по дефолту. И поэтому эти самые тюки мы сейчас и купим. Здесь можно купить круглый тюк силоса. Стоит он, конечно, бешеных денег. 2200. Но никуда не ничего не поделаешь, никуда не денешься. У него емкость 4000 литров. Мы возьмем 3 тюка. Благо можно их сразу брать вот так вот 3. И еще можно взять их в розовой оберточке. Хотя на самом деле вообще без разницы, какая у них оберточка. 6100 мы платим. И эти самые тюки, друзья, мы с вами повезем на этом тракторе. Открываем у него крышу. И эти самые тюки закидываем просто в кузов. Потому что, ну, это самый простой способ сейчас вот это все дело туда отвезти. По крайней мере, на какое-то время это у нас снимет все вопросы о производстве топлива. И мы сможем не париться по этому поводу. Мы взяли 12 кубов силоса. Вроде как там расход идет 1:1, даже если там 1:2 или даже 1:3 расход, все равно этого топляка должно будет нам хватать на какое-то довольно-таки длительное время. После чего отправляем уже всех вот этих вот ребятишечек домой, и трактора, и Скорпиона потом, и возвращаемся, друзья, опять-таки на нашу базу. Я вот, друзья, на самом деле хотел упороться сначала в бревна и, может быть, попилить леса и попродавать бревна, но не нашел места, куда можно продавать именно вот бревна в простом виде. Тут, в принципе, ничего страшного, по большому счету-то. Можем начать строить уже наши производственные цепочки, поставить нашу первую лесопилку. Первую и, может быть, единственную. Тут нам, друзья, на выбор дается целых 4 лесопилки с разным количеством производственных линий. Соответственно, они работают с разной скоростью. Так как у нас есть 335 тысяч денег, то я думаю, что мы можем себе позволить поставить сразу довольно-таки крутую лесопилку, относительно крутую, за 250 тысяч. Места она, кстати, занимает не так много, но предварительно надо, наверное, отогнать отсюда вот этот вот бревновоз, ибо мешает. Вообще, была рекомендация не ставить заводы близко друг к другу, это, в принципе, коню понятно, но почему-то прям в меню загрузки на этом акцентируется очень большое внимание. Нормально, я думаю, что здесь будет отличное место для нашей лесопилочки. Но если, кстати, залезть в меню, то здесь 3 производственные линии, а не 2, как это было написано. Ну и, друзья, 500 кубов бревен мы можем сюда закинуть, и на выходе у нас будут доски, щепа, смола. Куда все это дело девать, я пока что не знаю.
смола у нас на поддонах оказывается. Ничего, бывает. Вот тут у нас будет появляться смола. Вот тут у нас будет грузиться щепа. Вот сюда нужно будет загрузить уголь, привезти. Ну и вот сюда мы будем складывать бревна. А доски у нас, получается, будут вон на разных триггерах появляться, если мы будем их выгружать. Так что вполне себе все будет весело и прикольно. Тем временем, друзья, у нас, кстати, трактор приехал и привез наши тюки. Вон они, три штучки лежат в кузове. И я думаю, что мы начнем с того, что запустим топливный завод. И пускай у нас тут вырабатывается топливо. Во, они даже поисчезали сами из прицепа, и это прекрасно. Посмотрим, как у нас тут дела обстоят. Нет, здесь не покажешь, да? Завод зашуршал, заработал. 12 кубов силоса мы привезли. Примерно 1000 литров в час он делает. То есть за 12 часов он все это дело переработает. Какой молодец, какой красавец. На этом мы тогда и закончим, а пока мы ждем, пока приедет наш скорпион, я предлагаю вам съездить за углем. Благо, угольная шахта у нас недалеко совершенно находится. Правда, придется опять-таки работать вручную. Она находится ровно настолько недалеко, чтобы ездить туда самому, но настолько далеко, чтобы было впадлу этот самый уголь возить ковшами. То есть без прицепа здесь совершенно никак. Вообще на этой карте очень много всяких вот этих вот рудников. Некоторые надо взрывать, некоторые, не знаю, уже взорваны что ли. Уже работают, в общем-то, да. И угля у нас тоже, благо, много. Приходи, бери сколько хочешь. Хотя рано или поздно он, конечно, закончится. Но можно будет купить другой угольный рудник. Я не знаю, существует ли такое понятие, как угольный рудник. Короче, место рождения или место для добычи угля. А еще уголь можно будет производить. И производить его, кстати, из щепы. Тут на самом деле получается замкнутый круг. Для того, чтобы у вас был уголь, вам нужна лесопилка, чтобы получить щепу. Для того, чтобы эта самая лесопилка работала, вам нужен уголь. Так что тут иногда, конечно, не клеится и не сходится. Да, друзья, как вы знаете, я небольшой любитель работать погрузчиком. И небольшой уметель или, не знаю, не умею я, короче, это делать аккуратно и ровно. Поэтому вам приходится наблюдать вот за такими вот моими кривыми действиями. Но ничего, надо, знаете ли, отыгрывать иногда роль, делать что-то более-менее реалистично, что ли. Хотя проще, конечно, было бы взять фрезу и не париться. Пока я грузил, кстати, этот прицеп, я успел пожалеть о том, что взял не 14-кубовый, потому что тот на треть меньше, и грузить пришлось бы меньше. Но чтобы второй, там, третий раз потом не ездить, потому что рано или поздно он закончится, придется ехать сюда еще раз. Я, в общем-то, решил уже нагружать весь. А это, между прочим, 22 ковша. А 22 ковша — это довольно-таки много. В итоге, друзья, кое-как с горем пополам мы нагрузили вот этот весь прицеп углем и отвезли даже все это дело на нашу лесопилку. И, по сути дела, ее теперь можно запускать в работу. То есть можно спокойно идти пилить лес. У нас есть супер классный скорпион. Лесопилка топливом загружена, она теперь будет прекрасно работать. И вот, друзья, пришло время попилить лес нашим супер-чудо-скорпионом. Я поставил длину распила 11 метров. У нас, по-моему, 12-метровый прицеп, поэтому эта длина была сама то. Деревья на нашей полянке растут абсолютно разных размеров. Есть большие, есть маленькие. Мы эту полянку всю с вами выпилим. И в то время, пока я буду пилить другие полянки, эту мы засадим сами новыми соснами, которые будут уже длинные, толстые и вообще классные. Выпилить я на начало решил, друзья, всего лишь 10 деревьев. Я их пилил и складывал, разумеется, в одно место, потому что оттуда их намного проще будет брать. На это, в принципе, уходит не так много времени. Как-нибудь мы проведем, скорее всего, стрим, потому что это такая работа, знаете, для стрима, попилить деревья. На данный же момент мне хотелось просто прицениться, посмотреть, сколько мы напилили, сколько сюда влазит. В итоге, друзья, мы спилили 10 деревьев. Кое-как с горем пополам я с этой автозагрузкой разобрался, хотя вроде как я неплохо раньше справлялся. Но сейчас возникли какие-то опять сложности. То забыл подвинуть триггер загрузки, то еще как-то бывает. В общем-то, с 10 деревьев у нас, опять-таки, они разные толщины, разные длины. У нас получилось 60 кубов древесины. И, по крайней мере, мы уже запустили нашу лесопилку. У нас активны 3 линии, которые делают по 2,5 куба в час. Разумеется, еще ничего не готово, потому что только-только это все дело мы запустили. Но пускай оно работает. Промотаем некоторое количество времени, может быть, еще соберемся на стрим, попилим вот этот вот лес, повыкорчевываем пеньки, чем-то да позанимаемся. Хотя сейчас меня больше всего интересует именно процент, скажем так, производства. Сколько у нас в процентов от этой древесины пойдет на доски, сколько у нас пойдет на щепу, сколько на смолу и так далее. Что из этого выйдет? Но об этом всем, друзья, мы уже узнаем в следующий раз. От вас же я, друзья, попрошу обязательно поставить лайкусик.
А еще мне интересно ваше мнение по поводу немножко нового монтажа. Как вам? Или лучше так, как было раньше? Это касается в первую очередь, конечно, тех, кто меня давно смотрит, кто уже знаком с тем, что и как я делаю. Хотя те, кто смотрит меня впервые, тоже можете дать ответ на этот вопрос. Вообще, пишите какие-нибудь комментарии, мне всегда интересно почитать какую-нибудь ерунду. Ну и, друзья, как я уже говорил в начале, забираем дохренища лайков, и мы продолжаем эту карьеру. Если я увижу, что активности нету, то я не буду ее снимать, потому что на все это дерьмо у меня уходит туева куча времени. Я лучше тогда для себя поиграю или еще что-нибудь придумаем. На этом, друзья, у меня все. Всех еще раз с наступившим уже Новым годом. Можете похвастаться в комментариях, как вы его отметили. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Отдельная пятюня спонсорам, кстати. Если хотите смотреть ролики заранее, и там еще есть эксклюзивный контентик разный всякий, да, то можете оформлять спонсорку. Да, что-то я заболтался, знаете ли, под конец такое бывает. В общем-то, да, всем огромное спасибо, всем покаки.